Не смог пройти мимо динамического тренажера КАМАЗа. Кстати, несколько лет назад я был в Казани на их производстве. На тот момент такой тренажер стоил 3,5 миллиона рублей, а сейчас он стоит 5. За эти деньги можно купить настоящий КАМАЗ. Они также производили статические тренажеры легковых автомобилей на базе «Лада Калина» и полноценные кареты скорой помощи на динамическом стенде. Для обучения медперсонала реанимационным действиям в условиях, максимально приближенным к реалистичным. А теперь давайте посмотрим, из чего он состоит. Первое – это динамическая платформа, которая приводится в движение с помощью компрессора. А далее идет самая настоящая кабина КАМАЗа, включая ее внутреннюю отделку. В кабине расположен системный блок, а вместо окон установлены 4 ЖК-монитора, которые воспроизводят все якобы происходящее снаружи автомобиля. Изначально эти тренажеры были созданы для обучения водителей категории С. Я даже участвовал в установке такого тренажера в одном из ДАСАФов Рязани. А теперь, как видите, его еще используют для развлечений. В кабине такого КАМАЗа вы можете почувствовать себя настоящим пилотом ралли Париж-Дакар. Теперь давайте прокатимся. Изначально программа была написана для обучения в режиме города с механической коробкой передач. Но для развлечений, в которой часто участвуют дети, была внесена автоматическая коробка передач с трассы Париж-Дакар. Со стороны может показаться, что мы валим боком, но это все из-за съемки под углом. На самом деле, несмотря на графику не самого лучшего качества, все выглядит довольно реалистично. На лобовом стекле даже присутствуют дворники стеклоочистителя, а в зеркала заднего вида отлично видно все, что происходит сзади.